Дорогие мои друзья, мы с вами рядом сейчас с церковью Параскевы Пятницкой, и здесь есть некоторые поверья. Если обойти это здание и насчитать 120 углов, а поверьте, они есть, посмотрите, столько много ребрышек, 120, загадать желание, желание обязательно исполнится. Я сейчас буду медленно обходить эту церковь, и вы будете считать. Если не успеваете, ставьте на стоп. Это первое. И второй момент про эту церковь. Еще есть такое поверье. Так как Параскева Пятницкая была покровительницей женщин и давала им шанс выйти удачно замуж, а также покровительница торгов, то можно обойти эту церковь трижды против часовой стрелки. И кто хочет выйти замуж, тот выйдет обязательно. И кто хочет поправить свое финансовое положение, также вы можете это сделать. Сейчас я очень медленно пойду против часовой стрелки, буду обходить трижды, загадывайте желание. В основном, еще раз говорю, желание лучше всего загадывать на замужество и на торги. На торги, на финансовое благополучие, открытие финансовых дорог и путей. И еще раз повторю, что самое заветное желание, если вы насчитаете 120 углов. Ну что ж, начинаем. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы сейчас с вами пойдем вокруг этой церкви. И я думаю, даже если вы собьетесь со счета, кто-то может посчитать, кто-то может сбиться со счета, это не суть. Самое главное, будьте со мной, видео заряжено на позитив. И если вы сейчас посмотрите это видео, загадаете желание, поверьте, ваше желание обязательно исполнится. Еще раз хочу сделать акцент, что именно Параскева Пятницкая была защитником женского счастья и торговли, то есть финансового благополучия. Пойдемте вокруг церкви. Пишите в комментариях ваши желания, они укрепляются. Чем больше вы напишите, чем больше дадите энергии своим мыслям и словам, тем быстрее ваши желания исполнятся. Что ж, давайте мы начинаем считать углы. Итак, угол, который мы видим вогнутый и который выпирающий. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. И теперь уже считайте самостоятельно. Я буду очень медленно проходить и останавливать вас на углах. Выпирающие и вогнутые все считайте.